завода с одной ногой. Как вот Евгений меня просил, что показать такое, ну, эффективно. Может, даже знаете, да, ну, то есть, как правильно работать, да, здесь стены. К стенке, как правило, уже плотно прижимать. Ну, вообще, как я вот рекомендую это вот делать, ну, когда мы все, когда мы стоим, то, да, вот у нас мы работаем, да, то есть, мы показываем удар, да, сначала мы входим в ноги, что он будет делать? Естественно, он будет ноги растягивать. И вот здесь тогда появляется шанс вот этот сделать прием. Видите? То есть, вот руки должны прямые быть. Не то, что ты на руках, я думаю, а ты ногами поднимаешь. И дальше уже идет подцеп. И перевод. Если он на руку упирается, просто, да, на руку здесь упирается, вот, получается. Вот на руку. Это всего он упирается. Здесь просто можно делать добивание. Ну вот я считаю, что мы это вот как бы эффективно, именно вот с этого положения. Никогда вот мы схватились за одну ногу, и вот мы начинаем сюда вставлять, потому что он может, ну, уже знакомы все с этим. Да, и он, да, ноги будут по-другому совершенно держать. То есть он меня будет, да, за одну ногу. Да, и все равно я как бы фиксирую, я понимаю, что он будет той ногой сюда пытаться, да, вставлять. Поэтому, как правило, уже сейчас все знают, то есть, да, двигаемся, то есть обязательно через удар входим в ноги, то есть, да, просто его погнать, и тут вот он растягивается. И вот здесь в этот момент как раз появляется эта щель, вы вот сразу же туда зашагиваете. Здесь другой нога, вставляете другой ног, вот. То есть он висит у меня, вот, грубо говоря, вся сила не теряю. То есть я не держу там как-то его просто, ну, на прямых руках. Подняли, даже ногу подцепили. Если он и здесь, то позицию там занимает. Добивание. На руку опираться тоже.